Три медицинских работника Новополоцка получили награды различного уровня накануне профессионального праздника. Это заведующая кардиологическим отделением больницы Виктория Черкасова, заведующая терапевтическим отделением первой поликлиники Алла Ходасевич и заместитель главного врача НЦГБ Юрий Алишкевич. Новополчанка Дарья Васиха в числе еще четырех одаренных школьников Витебщины удостоилась премии областного отделения Белорусского детского фонда. Семиклассница первой гимназии, солистка вокальной студии «Изюминка» за прошедший учебный год стала лауреатом 10 международных конкурсов и фестивалей. 18 и 19 июня абитуриенты сдают централизованное тестирование по русскому языку. Это один из самых востребованных предметов на ЦТ в этом году. На него зарегистрировалось более 50 тысяч абитуриентов. На заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси утвержден состав участников экстралиги сезона 2021-2022. Теперь в турнире не будет деления на дивизионы А и Б. В объединенную экстралигу войдут 12 команд, в том числе Новополоцкая «Химик».